все, даже командир моего этого на увольнение все написали, все на отказ. Ну, а ты написал? Да, все написали, все 30 человек. Ну, неправильно. А в тюрьму не посадят? Там он подполковник написал, ты не посадит никого. Не знаю, на тут хотят подряд в этом делают. Пускай что хотят, то и делают. Вам Дерот перезвонил? Нет. Понятно. Ну, если вам еще подпишут это увольнение. За нами уже второй день бегают, лежат. Говорят, вот так давайте мы вас на 10 дней отпустим, потом только приедете обратно. Я сказал, если меня в отпуск отпустите, я не приеду обратно. Понятно. Вами на Белгороде сидит тот человек, которых, как это называется, вот у нас вот Лапулю забрали, мальчишка 28 лет, мамка плачет. Сейчас, которые должны были приехать, нас поменять люди, они в Белгороде изнасиловали трех девочек, одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше, да, потому что они людей насилуют. Да ты что? Нас, которые добровольцы? Да. Кошмар. Вы обосрались, а? Ах ты тоже мое, вы обосрались, сынок. Вот там вот тот человек сидит, папа вчера звонила. Ну, в смысле. Короче, людей заставили подписать контракт. Прям вот насильно заставили подписать. Да не могут нам насильно заставить подписать контракт. Сынок. Мам, они могут денег пообещать, а те дебилы согласятся, как мы согласились за деньги ехать.